Друзья, всем большой-большой привет! Мы едем с вами в Walmart сегодня. Я еду одна, без Вовика, потому что он повез Лизу на работу, короче. Вот, я еду одна в Walmart, у меня небольшая закупочка, надеюсь. Мне вообще надо и в Костко, и в Trader Joe's, мне что-то везде надо, но не успеваю, поэтому, наверное, обойдусь сегодня одним Walmart'ом. Ладно, посмотрим по ходу дела. Поехали со мной. Я, кстати, совсем тепло одета, потому что у нас прям холодно-холодно. Не знаю, сколько градусов, но уже прям так, знаете, окна уже даже где-то закрываю. В детской комнате, например, уже окно закрыло. То есть уже они играют, а им уже холодно. Вот, но Лаврика не одеть, Катя так в пижаме еще носится. Сейчас начала там танцульки свои, стало жарко, она разделась. А так вообще прям очень даже прохладненько, уже кондиционер не работает. Ну, не знаю, может быть, это ненадолго, но хотя сегодня будет еще холоднее ночью, еще холоднее завтра днем. В общем, ух-ух так во Флориде там. В общем, все, друзья, поехали со мной в Walmart. Мне нужно купить немножко овощей. Ну, так, знаете, по мелочи вообще. Хлеб, что-то там. В общем, сейчас посмотрю. У меня там список написала вчера, но так не помню уже точно. Сейчас посмотрю. Все, друзья, я приехала. Что-то Walmart полный какой-то. Народу полно. Машину поставила аж в самом конце. Смотрите, он уже тупик просто. Прям так парковочка забита. Ветер. Слышите, какой ветер? Да, прям вон народ впереди тоже одеты. Дети одеты, штаны, кофты. Да, прохладненько. Кажется, что прям хорошо, хорошо. Не, ну вообще классная погода. Классная, прям отличная такая погода. Просто не жарко. Сразу возьму тележку, тем более, что она отлично едет. Или нет? Ну нет, здесь отлично прям тележек, которые хорошо едут, таких нет. Ну, более-менее так едет. Смотрите, листья. Осень. Так, я на месте. Сразу зашла в овощной отдел. И пойдемте сразу в овощи. Так, что тут еще-то есть такое вкусное? Вкусное. Так, наверное, надо яблоки мне еще купить, помидоры. Так, яблоки будем брать в мешочке, в пакетике, потому что там отличный размер. О, какие хорошие помидорки. Берем, друзья? Берем. Так, цена у них 2,18 за паунд, почти полкилограмма. Друзья, не знаю, сколько здесь у меня. Большой мешок взяла. Взвешивать здесь не буду, уже на кассе уже взвешу. В два пакетика положила, потому что они очень тонкие, и у меня он точно порвется. Уже не раз такое было. Так, пойдемте дальше. Так, какие-то очень неплохие мандарины. Надо взять. Большой мешочек такой, 6,94. Сколько сухариков разных. Смотрите, на Цезарь. Мы одно время очень часто ели Цезарь. Есть такие, есть черный и белый хлеб в перемешку. О, сори. Такие вежливые, не могу прям. Смотрите, какие. В общем, сухариков-то много разных. Мы одно время постоянно ели Цезарь. И постоянно я брала такие сухарики. Брали в основном одни и те же. Ой, смотрите, это длинненькие сухарики. Бекона. А, это бекон. Вон, видите, внутри видно прозрачная упаковка. Это бекон. Внутри тоже в салатик. А вот и наша галочка. Галочка. Так, гала 4,47. Что-то я такие первый раз вижу. Смотрите, какие хорошие яблочки внутри. Не такие уж они маленькие, но, вы знаете, так красиво смотрятся они. Вы знаете, все хочу попробовать взять Катюшке вот такой какой-нибудь наборчик. Здесь морковочка, соус, сыр и этот сельдерей. Она точно это не будет, но какой-то вот подобрать ей хочу. Такой в школу удобно брать. Вот смотрите, там какой-то попкорн, что это такое. Шоколад, карамель. Вот это, может быть, она и будет. Там яблочко, но она зеленое яблоко не ест. Так, чтобы ей такое подобрать там, чтобы она попробовала. Сладкое яблочко. Что такое? Так, яблочки, сырные палочки и эти печеньки. Так, что у нас еще тут есть такое? Так, орешки.
В школу вообще нельзя орешки. Морковочка. Но она их не ест. Смотрите, какие хорошенькие наборчики есть. Сыр. Ну вот она у нас, видите, вот что-нибудь для нее ест. Очень жаль, конечно, но... О, со Спанч Бобом есть. Сырные палочки. Вот все сделано для того, чтобы ребенок это съел. Любимый герой. Упаковано, посмотрите, как здорово. Там какие-то колбаски, яблочки, сыр, печеньки. А это что за набор такой? 5,94. А, там несколько просто наборчиков. Одинаковые, просто несколько их. Так, морковочку тоже не ест. Вот это, знаете, нашему Левке можно. Но он соус не будет. Он просто у нас морковку такой любит. Похоже, не получится у меня взять Катюхе ничего такого в школу. Ух ты, смотрите, папа тролл. Это что за штучки такие? Йогурт. Это йогурт такой? В таком виде? Прикиньте. Вот эти вкусные штучки. Мы одно время постоянно такие покупали. Ну, не вот эти конкретно, а какие-то другие в Костко. Очень вкусно. Сейчас что-то уже давно не берем. Готовые такие, без уже косточек, без очищенные. Видите, грейпфрут красный. Очень вкусные штуки. Но давно уже не брали. Так, это что за наборчик такой? Вот тоже, смотрите, с собой, да, морковочка, помидорки, горох и соус. Ну, типа йогурта, наверное, макать туда. Кто любит такие салаты? Смотрите, сколько яблочек. Вот такие вот, только побольше упаковка. Все можно макать в середину в этот соус и как-то есть. Я, честно говоря, не представляю, как это можно макать в какой-то соус и есть. Я бы вот просто съела без соуса. Но я смотрю, так народ берет, любит в этот соус макать. Сельдерейчик. А, как удобно, смотрите. Упаковочка. 4 упаковочки здесь перемотанные. Вот опять, видите, упаковка, много там штук, очищенные, кусочки очищенных яблок, полностью очищенные. Так, а есть фруктовые? А, нет, это все, да, это все фрукты. Вот тоже сельдерейчик. Это, наверное, для тех, кто на диете, не знаю уж. Смотрите, ягодка, какие-то мюсли в каком-то, в какой-то сметане, короче. Гранатик. Там и сок. Как у меня рука замерзла. Так, это что такое? Это манго. О, шикарное, смотрите, какой манго, да? Ой, смотрите, арбузик. Вот представляете, сколько выбрасывается продуктов? Я каждый раз удивляюсь вот таким огромным объемом продуктов, которые выбрасываются. Так, мы-то с вами пришли зачем? За овощами. Так, я хочу взять перец. Так, может быть, готовый взять уже в упаковке, а может быть, набрать. Так, возьмем вот такой маленький, желтый с красным. Стоит. И у него цена 3,24. Да, 3,24. Ну, пока, в принципе, нормальная упаковочка. Ем его практически только я. Так, берем этот перчик, берем вот этот. Сейчас положу. И возьму две упаковки, наверное, вот такого вот перчика. Две. Возьмем, наверное, с вами, да? Так, цена у него 3,52. Так, ребят, еще хочу взять лук. У нас Лиза любит его крошить в яичницу. Я в салатике люблю добавлять зеленый лучок. Наверное, парочку возьму, он такой тоненький. Так, стоит лук 54 цента за один. Я взяла вот такие вот два. Такие ровненькие нашла. И, пожалуй, еще возьму кинзу. У нас ее все едят. Возьму, наверное, штучки 3, наверное, возьму. Я просто хочу еще сам салат сделать. Да, 3 возьму. Сколько она стоит? 78 центов. Так, лук, кинза, перец, мандарины, помидоры, яблоки. Так, что я еще не взяла? Так, я хочу, знаете, что... О, баклажаны. Есть мои баклажаны. Возьмем баклажанчики. Так, цукини. Так, мне нужны баклажаны. Вот, хорошие вроде бы. Я взяла 4 баклажана. Тоже в 2 пакета порвется. Так, вот здесь еще один зеленый отдел. Смотрите, как продаются. В каких упаковочках зелень, базилик.
По 2 доллара все, на секундочку так. Смотрите, лучок. Да? Лук же это такой меленький. Смотрите, как петрушка. Я петрушку на рядах ни разу не видела, только вот в таких вот упаковках. Ну, она есть, конечно. Ну, как, может, я внимания не обращала. Вот такая вот маленькая 2 доллара, представляете? Это кто? Это мята. Это кто? О, тоже, смотрите, кинза. Я сейчас такие веники кинзы купила за сколько-то, 73, что ли, цента. И вот такой вот 2 доллара стоит. В чем прикол? Не знаю, органик, наверное, как всегда. Так, а я, знаете, зачем пришла? Помните, Вовка ходил в магазин и не купил мне вот этот чеснок? Помните, как вы в комментариях мне все кричали, ему все кричали, Вова чеснок забыл. Он реально забыл, я ему об этом сказала. Как ты не взял? Вы знаете, какое было мое разочарование, когда я монтировала видео? Этот чеснок стоял прямо вот справа от него, и он мне его не взял. В общем, беру 2. Так, сколько он стоит, не посмотрела. Вернулась, посмотрела, почти 4 доллара, 3,88. Хочу взять еще грибы. Ну, это ем, опять же, только я. Так, какие мне взять грибы? Есть большая упаковочка, маленькие, коричневые, большие коричневые, маленькие коричневые. Эти, наверное, будут, или не эти, поароматней. Смотрите, лавровый листик. Кто-то, видимо, купил и на место поставил не туда. Так, так, так. Вот еще, смотрите, как зелень продается. Чтобы не париться. А вот укропчик, смотрите, как продается. Тоже 2 доллара. Вот такой маленький. Так, ладно, вернемся к нашим баранам. Грибы. А, я взяла вот такие вот грибочки. И вот такой огурчик. Огурчик органик 2,46. Не нашла просто не органик. Ну, я и не искала. А, вот они. А этот стоит $1.38. Ну, такой крупный, знаете, такой крупный огурчик. Может, я его и возьму, кстати. Мы просто, друзья, мы вообще не фанатики органик еды вот этой всякой. Поэтому мне вообще все равно. А, в общем, решила взять я оба огурчика. Я хочу их сравнить. Посмотрим, попробуем с вами на вкус. Ну, вряд ли, наверное, они будут на вкус отличаться. Внешне они вообще ничем не отличаются. Ну, на одном написано слово «волшебная органика», на другом не написано это волшебное слово. Видите? Органик. А здесь не написано органик. Ладно, попробуем. Так, я сейчас возьму еще картошку, но не такую. 2,64. Мне нужна желтая. Ой, я не проеду. Так, друзья, пока иду за картошкой, вот такие мандарины нашла. Это другие. Я взяла вот эти вот. А это вот эти. Так, цену я на них не вижу что-то. А, вот, 3,98. Знаете, они мне больше нравятся. Они... Ой. Не то. Чем нравятся? Тем, что они помягче и покрупнее. Мне кажется, их чистить будет лучше. Сладкие, без косточек. Друзья, берем. Так, сколько еще раз? 3,98. Ну, может быть, взять и те попробовать. Эти, в принципе, тоже. Так, эти сладкие без косточек. А это без косточек. Слово сладкие не вижу. Калифорния. Легко чистится. Ну, это самое важное. Ну, вот эти точно будут легче чиститься. Блин, какие взять? У меня просто... Я сейчас скажу, Лена, бери все, но у меня все только не влезет в холодильник. Поэтому я не буду брать. Или взять уже. Вот куда мне это все пихать? Короче, беру все. Так, и я шла за картошкой. Вау. Боже, как я любила это в России. Я вам даже передать не могу. У меня мама их очень любит, и мы даже в детстве когда-то садились перед телевизором и просто вот, знаете, штуки две брали и чистили. Ну, не такие, по-моему, белые, а вот какие-то такие розовые. Ну, хотя нет, и такие тоже были. Очень вкусно. Чистить их, конечно, полная запара, но я всегда покупала, чистила, много начищала, целую тарелку такую большую.
И, в общем, Вова ел вот так просто вилочкой, он бы ни за что их не почистил сам. Да что ж такое-то, опять мандарины, опять Калифорния. О, ребята, что делать? Новый год близится. О, их нереально почистить. Это так, наверное, сок делать. Почистить их вообще нереально. Так, я шла за картошкой, но не дошла. Слушайте, прям чувствуется, да, друзья, этот Новый год, Крисмас. Ё-моё, эти вообще, наверное, круто чистятся. Смотрите, несколько штучек там. Ну вот как выбрать, а? Это я просто в Walmart'е. Новый этот великолепный вкус. Ну как устоять? Легко чистится шкурка. Да я вижу, что легко. Вау. 4.34. Ну что делать, друзья? Ну что делать? Надо уходить из этого отдела. Я люблю мандарины очень. Ладно. Надо брать, друзья. Правда же? Надо брать. Что не впихнем, съедим сразу. Так, а я дошла наконец-то до картошки. Где моя желтая обыкновенная картошка? Вот это что ли? Нет, не она. Где обычная желтая картошка? Только не эта. Вон она. Сейчас опять мне напишите, Лена, ничего не видишь, слепошарая. Да я в камеру, друзья, столько не вижу всего. Я при монтаже зато все вижу. Так, это что у меня за картошка? Белая? Нет. А где не белая? А где желтая? Ну, она же... Ну, может, она, конечно, вкусная. Ну, внешне похожа на мою любимую gold или yellow. Это что такое? Друзья, это что вообще? Юга какая-то. Я не знаю, что это. Так. Ну что, придется, ладно, эту брать. Я, наверное, возьму тогда один пакетик вот такой. А потом в Костко поеду, нормальную свою любимую возьму. А стоит она 4,48 за 2,270, по-моему. Я где-то сейчас видела. Да, за 2,270. Так, ну что с мандаринами-то делать, а? Так, я пришла за хлебом. Где нарезанный? Это не нарезанный. Может быть, еще вот такой взять. Тоненький сильно. Я просто на сэндвиче тонкий сильно. Так, где мой нарезанный хлеб? Так, а он чем посыпан? А это вообще не нарезанный. Вот он. Вот он, мой нарезанный хлеб. Ой, весь такой неровненький. Ну ладно. Так, возьмем две. Стоит он всего доллар. Любимый хлеб нашего Левика. Ну, вообще, мы все его едим. Он реально такой нормальный, вкусный хлеб. Ничего особенного, конечно, но нормальный хлеб. Так, моя тележка. Моя. Ну, что мне делать, друзья? Вот куда я это все запихну, а? У меня же один холодильник. Надо что-то, наверное, вытащить. А что? Вот что я должна вытащить? Баклажаны, что ли, свои любимые? Да, друзья, я опять взяла баклажаны. Думала, но хочу я сделать этот салат. Свой любимый, когда вот перец, баклажаны, помидоры, чеснок, что там у меня еще. Это очень вкусно. Намазочка на хлебушек. Ой, кстати, если я этот салат буду делать, мне нужно масло-спрей. Пойдемте искать. Так, взяла еще бананчики. 53 цента за паунд. Их хотя бы в холодильник не надо складывать. Уже хорошо. Так, я иду искать томатный соус. Ну, по-моему, я не в том отделе. Я в отделе кетчупа и майонеза, похоже. Да, пойдемте дальше. Ух ты, друзья, смотрите, с Папа-троллом. Какие упаковочки этого сыра. Макароны с сыром. Ну, здесь такой, знаете, сыр. Такой порошковый. Ну, вкусно. У нас, правда, никто это не ест. Так, я, видимо, приближаюсь к пасте. Что это такое? Я такой первый раз вижу. Смотрите, какие тортеллини. Там сыр, шпинат и нет этих консервантов. Что? А, это вот так, наверное, будет выглядеть. То есть это получается такое полу... Ну, в общем, все здесь есть. Интересно. Так, вон они, мои соусы. Ладно, пойдемте за соусом. Добрались мы с вами уже до соусов. Можно взять вот традиционный. Но я хочу, знаете, какой? Я хочу чеснок, базилик.
томата, оньен, так, маринара. Так, базилик. А вот, кстати. Ну, я бы не хотела брать вот это вот, это бренд Walmart. Что-то такое надо мне найти. Традиционный. Или, в принципе, он может быть и вкусный, не знаю, друзья. Мы такой не брали просто. Но то, что есть. Томаты, базилик, гарлик, все, что нам нужно, есть. Смотрите, какие органик есть, пармезан на пасту. Ух ты, грибной. Ой, я бы такую пасту поела. Может, сделать такую дома, а? Грибы уже купила. Осталось взять соус и какую-нибудь пасту. Какие-нибудь макароны. Вот такие вот соусы мы не брали тоже ни разу. Что это? Томаты, базилик, чеснок. А можно чеснок и базилик вместе? Короче, выбирала. Вот такой вот взяла. Лук, томаты и чеснок. Не знаю, короче, какой выбрать. Так на них смотришь, они, по-моему, все одинаковые. Мы вроде разные брали каждый раз, но, по-моему, они все одинаковые. Ну, какой-то один нам совсем не зашел, никто его есть не стал. Вот этот точно брали, это, кстати, вкусный. Так, поменяла, я взяла я вот этот вот. Не знаю, что я тут так долго зависла. Смотрите, водка, соус. Интересно. Тоскана. Да, тут, в общем, выбрать нереально. Паста, соус, смотрите, в таких баночках. Ладно, все, поехали дальше, друзья. Зависла тут. Так, вот прохожу мимо муки, возьму еще вот такую вот муку. Я уже в прошлый раз ее брала, стоит 2,98. Блинчики на печи. Ну, или еще чего-нибудь. Так, Орео. У нас закончилось Орео, надо в Костко ехать, большую упаковку брать. Но пока возьму вот такую небольшую. Так, стоит она 3,34. Смотрите, красота рождественская. Гринчи. Прикольно, маленькие конфеточки там. Ну, так, пока еще полки полные. Еще толком ничего не раскупили. Смотрите, как много. Ну, так раскупают, конечно. Есть сникерс, палки. Ну, так детям, да? Палочкой играть, конфетки съесть. Ой, какие маленькие, Линд. Там по одной конфетке, наверное, или по две. Вот эти супер печеньки, которые вот такие вот. А, это дабл. Вот, мы такие вот обычные берем. Или вот такие. Но мы не берем такими маленькими, мы берем сразу большую упаковку в Костко. Очень вкусные печенья. У нас они, правда, разлетаются, знаете. Только взял, все, нету их. Так, мне нужно... Ой, смотрите. Вон еще как они продаются с собой тогда по одной штучке. Там будет в упаковочке по две. Они в Костке такие же. Внутри будет две печеньки. Так, я иду за рыбками. Рыбки у нас у детей закончились. Вот они. Рыбки мы едим теперь только обыкновенные. Которые не с сыром, ни с чем. Вот такие вот. Самые обыкновенные. Потому что все остальные все с сыром. Взяла легкие его чипсы. 2,44. Так, пришла масло. Нашла свое масло спрей. 4,98. Костка не взяла в прошлый раз. Там два вот таких больших. Вот таких бутылочки такие большие. Не помню, какая у них цена. Так, есть еще вот такое авокадо. Пэм, вот это хорошее. Но мне вот это очень понравилось. Возьму его. Так, еще оливковое. Ну ладно, все, не будем выбирать. Я тут сейчас зависну как с этой пастой. Так, а я иду в отдел. Так, а где таблетки в стиральную машину? Вот они. Так, я возьму небольшую, потому что большую уже будем брать в Костко. Опять же, все в Костко. Так, 3 в одном, 4 в одном. Наверное, вот эту возьмем 4 в одном. 11,97. Так, друзья, знаете, что я ищу? Я ищу картошку фри. Я впервые в жизни хочу купить картошку фри. Не в том смысле, что я впервые буду кушать. Я впервые буду дома делать. И где она? Окей.
И может... А, подождите, может здесь? Нет, не здесь. О, точно, вот здесь где-то будет. Так, да. А, пицца, пицца. Так, это что? Это тоже пицца. Так, а где картошка? Я не знаю, какую картошку взять. Какая вкусная, какая невкусная. Я пока не вижу ни той, ни другой. А, во. Здесь что ли? Нет, здесь оладушки. Какие-то пельмени. Я, наверное, опять не в том отделе. Чего только нету, а картошки нету. Смотрите, какие маленькие пицца внутри. Ну, пойдемте в следующий сходим, может, в следующем. Я уже у молока, а картошку так и не нашла. А, вот здесь, наверное. Так, это все овощи пошли. Ну да, здесь, наверное, и будет картошка. Все правильно, это же овощи. Так, вот, смотрите, какая картошка. А я вот прям фри-фри хочу. Ну, вы знаете... Вот, друзья, кто знает, какая вкусная картошка? Впервые беру, ни разу не брала. Буду брать впервые. Так, это бренд Walmart'а. Не знаю, не уверена. Хотя картошка-то картошка, да? Вот смотрите, какие кусочки картошки. Так, все? Так, что-то я, видимо... Это все, видимо. Так, смотрите, картошка, короче, будет только от бренда Walmart'а. Ну, берем, что делать? Может быть, вы мне, кто знает, напишите, где такую картошку брать, если не вот из, от бренда Walmart, а в каких-то других магазинах. Не брали ни разу, поэтому хочу попробовать. Я не буду ее жарить в масле, не подумайте, я ее просто в духовке зажарю. Так, ладно, время, время, Лена, время. Ой, индейки, смотрите, сколько. Сейчас покажу поближе. Я за молоком иду? И буду брать всего один галлон молока, друзья. Почему один? Потому что у нас, кажется, свершилось чудо. Лавруша ночами перестал пить свое молочко. Тоже овощи. Может, еще будет где-нибудь картошка? И, в общем, молока теперь нам нужно не так много. Вау, какой тортик красивый. Это все под индюшечку продается. К дню благодарения, друзья. Вот так положил индюшечку. Это одно корыце продается. Вообще, насколько я знаю, в таких штуках они что-то излучают, такое, не излучают, а что-то такое выделяют при нагреве. Вот это вот фольга, вот такие вот контейнеры, вот такие. И я где-то слышала, что это, ну, как бы не есть гуд. Но это я так, к слову просто. Я не заморачиваюсь, друзья. Я в таких тоже жаре пользуюсь. Просто где-то недавно слышала или видела где-то на ютубе, не помню уже. Так, индюшка. Индюшки огромные. Вы у нас спрашиваете, будем ли мы жарить индейку. А, нет, индейку точно мы не будем, мы ее... Ну, я ем, я люблю индейку, мне нормально, но я столько никогда не съем. Сколько она стоит-то? Что-то я не вижу, сколько она стоит. 17, что ли? $17? Да, похоже. 18, что это такое? Цена на нее или что это? В общем, индейка довольно большая. Ой, знаете, вчера такой ролик что-то увидела, в Инстаграм зашла, и чё мне порекомендовался, я, честно говоря, в шоке, как этих бедных индюшек. Ой, в общем, что-то, я не знаю, видимо, реклама вышла к, ну, специально, может быть, причем чё к чему она у меня вышла в моем Инстаграме, я сама не поняла. И прям какие-то ужасные кадры, как это на ферме происходит, в общем, что-то сейчас мне вспомнилось. Ну ладно, не будем о грустном. Так, что я здесь делаю? А, я за молоком шла, я за молоком шла. Моя тележка. Ну, вот она. Я все думаю про мандарины, иду всю дорогу и никак не могу определиться, выложить, не выложить мандарины. Так, пойдемте молоко возьмем. Так, один берем. У меня просто еще один есть на самом деле. У меня Лёва-то тоже его пьет много, но просто у меня еще есть. Не буду брать много, потому что я с Вовой. Таскать сейчас это все. Вовы нету. Мне за Вовой позже надо выехать. Поэтому я уже спешу. Ребят, смотрите, зависла сейчас над сыром. Я вот такие красненькие, помните, мы брали? Которые мы в Костко не взяли. Вот я сейчас хочу взять. И я впервые вон там увидела коробочку с такими же, но голубого цвета. Light. А от чего он light? Что тут light? Не жирный имеется в виду или что? Может, он вообще невкусный?
полумягкий сыр лайт. Друзья, кто в курсе, вкусно это? Ну, в смысле, вкуснее, чем вот этот красный, или лучше красный брать? Тот же самый. От чего просто лайт, я не понимаю. Наверное, не жирный имеется в виду. Ну, давайте возьмем, попробуем. Так стоит он $4. Ну, такую маленькую можно взять, попробовать. Ну, кто-нибудь додоест. Папа наш, например. А если что, потом вернемся вот к этому уже. Так, возьмем маленький. Тоже видите, какие упаковочки. С орешком, с сыром, изюмом. Так, мне знаете, что надо? Я что, пришла-то еще? Посмотреть сыр, который... куском. В общем, из натертого сыра есть только чеддер, есть, как она, моцарелла, и как бы все. А мне нужен, знаете, какой? Типа вот гаварти, вот хаварти, который мы берем в Костко. Я его сама натру, ничего страшного. Идем чеддер, тоже чеддер. И я не знаю, какой... Чеддер, моцарелла. Тоже чеддер, моцарелла. А еще какой-нибудь есть? Хочется такой вкусный сыр, типа вот хаварти, который мы берем. Но мне нужно его не слайсами, мы там слайсами берем, а мне нужен он куском, чтобы его натереть. Так, возьму я, пожалуй, яйца. Яиц у нас много не бывает. Сколько они сегодня? 7,91. Ой, надо же, 8 с чем-то были. Сегодня 7,91. Ох, прессор. Ох, что-то, друзья, у меня много получилось. Побежала я на кассу, что-то я уже здесь хожу 2 часа. Я вот снимаю немного, а вот хожу, здесь уже 2 часа прошло. Я все никак не выйду отсюда. Мне надо еще успеть домой все это разгрести, разложить, что-то приготовить и выехать за Вовой. Ну ладно, это уже в следующем влоге. Пойдемте посмотрим, насколько я закупилась. Прохожу мимо, поставили желтую картошку. Посмотрите, вот она моя желтая картошка. О, это другая. Или это та же самая? Нет, смотрите, она еще и разная. Вся желтая, но она разная. Смотрите, golden, yellow. Так, мы будем выбирать по внешнему виду. Какая мне больше нравится внешне? Вот эта мне больше нравится внешне. Ее и возьмем. Ой, отлично. Так, вытаскиваем ту не пойми какую картошку. Вытаскиваем. И берем 2 вот таких желтых пакета. О, шикардос. В общем, не зря я тут проходила 2 с лишним часа. Заодно картошку свою нашла. Выгрузили картошку. Так, ладно, все, теперь точно на кассу. Побежали. Такое количество народу. Все кассы забиты. Ужас. Ну, а касса, где самообслуживание, туда вообще лучше не вставать. Вон там очереди заканчиваются. Пипец. Перед праздниками, наверное. Ну, еще, знаете, кассы многие не работают. Видите, вот это все не работающие кассы. Вот 5-я только работает, и вот 6-я. Все, остальные вообще не работают. Смотрите, собачка. Едет себе спокойно на подстилочке. Прикольно. Ой, ребят, я уже 20 минут стою. Кассы уже еще начинают работать. Вот 4-я заработала. Само спокойствие. Да, наша Милочка так не умеет. Все, друзья, вышла я домой. Выезжаю, выдвигаюсь домой. Вышло у меня все на $138. Народу пипец просто. Прям очень много народу. Ну, я вот как-то сказала, я машину оставила далеко, ну, прям очень много народу. И Вова сказал, что в аэропорту просто рейс за рейсом. Много-много людей летит, видимо, на вот День Благодарения. Каникулы же. Ой, а я не знала, что тут колесики. И куда мне все сложить? В салон, что ли? Ну, давайте в салон. Ну, что делать, а? Предупреждать же надо. Так, салон. А это что такое? Все заставило впереди и сзади. Слушайте, народ ездит по кругу, места ищет. Мест даже возле Walmart. Ну, вот эти вот только последние свободны.
В масках народа почти никого нету, разве что такого преклонного возраста они в масках, и персонал весь в масках. А молодежь вся, вот моего возраста, вообще все без масок. Так, ну что, друзья, давно я такого не видела, что было столько народу, ну разве что только в Майами. Вот, ладно, освобождаю место. Поехали. Вот впереди меня машина из Нью-Йорка. Ну, много из других штатов, вот Нью-Джерси. В основном наши, конечно. Ну, хотя нет, знаете, много других штатов. Но это на машинах. А представляете, сколько на самолетах еще прилетает народа? Вова сказала, аэропорт просто полный. Вот рейс за рейсом просто. Встать даже невозможно. Очередь из машин, встречающих, провожающих. В общем, друзья, на каникулы, на вот День Благодарения. Здесь это очень важный праздник. Все слетаются к родственникам, к родным. Все, мы с вами поехали домой. Так, ну что я сейчас успею сделать? Время 2 часа дня. В 4 мне надо выехать уже из дома. Но это уже будет в следующем влоге. А мне нужно будет заехать Вову забрать. Машину сдаем и домой. Ну что вот я сейчас успею сделать за 2 часа? Ну что-нибудь приготовлю, наверное. Может быть, успею. Разберу сейчас это все. Сейчас буду разбирать, наверное, даже вместе с вами. Ладно, все, поехали, друзья. До следующего влога. Всем пока.